сейчас с правой ноги не было такого сцепления, какое нужно. Поработаю. Тут проблема в дожде. Скоро дождь. Я тороплюсь. Теперь смотрите, как эта стена выглядит. Смотрите, перепад высот, вскос, и сюда залететь. Сейчас я попробую ракурс лучше выбрать. Я боюсь, что прыгать я уже не могу. Дождь только что начался. Я содрал мозоль. По чуть-чуть капает. Я уж просто не смогу вращаться. Придется всю руку заворачивать. Обидно. Ребята, чтобы вы понимали уровень перепада высоты, отсюда стартуешь, летишь сюда. Вот. Сейчас попробую показать. Вот это уровень. Видите, какая разница колоссальная? Сюда и сюда. Вот я ободрал себе руки, не могу больше прыгать. Идет мелкий дождик. Чрезвычайно тяжелый элемент. Ой, не знаю даже, что вам сказать. Я рад, что сделал. Недоволен, что больше не получилось. У меня был настрой, я мог. Но, к сожалению, люди, постоянно люди ходят. То есть вы настроены ментально. Этот прыжок я не делал много раз. Я это просто впервые пробую. Ну, то есть я до этого приходил сюда, конечно, мне не получалось. На одну ногу я залетал стабильно. Просто проблема в том, что сбивают. Опять же, если бы я 1000 раз делал этот прыжок, у меня бы все вышло. Но тут, к сожалению, видите... Люди постоянно мимо проходят, вот как сейчас, и все, и не повторишь, и теперь из-за рук вообще не прыгнешь. Что, вытираю руки, собственно, дождь, как я и говорил. Ну, главное, ребята, успел сделать до дождя, я очень это хотел сделать, но это чрезвычайно сложный элемент. Не знаю, я по стенкам хожу, как, не знаю, как себе домой, но конкретно здесь ничего поделать не могу. Так, вчера я разрезал здесь себе пальцы, тут теперь у меня кожа сорвалась. Что? Вот, у меня есть перекись водорода с собой, надо купить, кстати, новую. Сейчас в метро будет прикольно антисептиком руки обрабатывать, но мне это будет, в принципе, нравиться. Вот такие ужасы нашего городка. Ну, это самый крутой прыжок, который я делал в этом году. То есть обычно мне все дается в разы легче. Но в принципе не делаю чего-то такого, что не умею. Это, наверное, минус, но в случае со мной это плюс, потому что я знаю, чего хочу.